С 1 июня в городе начали работать летние лагеря с дневным пребыванием. В этом году площадки открыты не только в школах и учреждениях дополнительного образования. Впервые в Ирбите летний лагерь распахнул свои двери и в детском саду. В начале лета подготовительные группы детских садов выпускают своих воспитанников. До школы еще 3 месяца. Поэтому родителям часто приходится решать вопрос, с кем оставить ребенка, пока взрослые на работе. В 21-м детском саду впервые в этом году начал работать лагерь с дневным пребыванием для выпускников детских садов. Набрали целый отряд в 25 человек. Ходят на площадку не только выпускники из 21-го детского сада. Сюда смогли попасть и дети из других дошкольных образовательных учреждений и еще на целый месяц продлить беззаботное детсадовское время. У нас тематическая смена, посвященная юбилею нашего города. У нас запланировано много походов, экскурсий в музеи, в библиотеки, в театр. То есть практически каждый день наши дети будут куда-то ходить, посещать. Ну и дополнительно, конечно, оздоровительные мероприятия различные. Программа очень насыщенная, интересная. Я думаю, что у нас все получится. Летний лагерь в 21-м детском саду планировали открыть еще в прошлом году, но вмешалась пандемия. В этот раз планы удалось осуществить. Если будет спрос на такую форму отдыха, то эту практику продолжат. Возможно, опыт смогут перенять и другие дошкольные учреждения. Специалисты Роспотребнадзора обследовали и условия, которые может детский сад предоставить. И на сегодняшний день, да, лагерь открыт. Я думаю, что и дети рады, что они еще какой-то период побудут в садике. Ну и, конечно же, родители спокойны, что их ребятишки пристроены. Всего с 1 июня в Ирбите начали работать 11 лагерей с дневным пребыванием, а также лагеря труда и отдыха. Они открыты практически во всех школах, а также на базе Центра детского творчества и спортивной школы. На сегодняшний день организованным отдыхом охвачено более 900 детей. Такие площадки в нескольких учреждениях будут работать и в августе. По плану, согласно муниципального задания, при поддержке городского бюджета в лагерях отдохнут 1300 детей. Уже 4 июня первая группа детей отправится и в санаторий «Соколиный камень». Если говорить о салюте, то по решению областного штаба мы будем готовы открываться с 1 июля, но опять же обеспечить все необходимые требования безопасности, не только санитарные, требования безопасности и пожарной, и антитеррористической безопасности. То есть приемки лагеря пока не было. Сейчас решается вопрос и по детскому отдыху на Черноморском побережье. Пока из-за ковид не все санатории готовы принимать детей. Но родители могут и самостоятельно приобрести путевку своему ребенку в любой лагерь страны и получить кэшбэк за детский отдых. Любой родитель может приобрести путевку для своего ребенка в загородный лагерь, либо в санаторий, то есть две формы, за полную стоимость на любом сайте, на сайте туроператора, на сайте агрегатора, либо на сайте непосредственно учреждения, которое услугу оказывает, оплатить ее по карте МИР, которая должна быть зарегистрирована в программе участия кэшбэка, и 50% стоимости путевки родителю возвращается. Программа кэшбэка не отменяет остальные льготы, на которые имеет право ребенок. А значит, при желании семья сможет позволить себе отправить ребенка в течение лета на несколько смен, без существенного ущерба для личного бюджета. Анастасия Махнашина, Владислав Бурулев, Иван Останин, НТС Ирбит.